Games, играем Among Us. Да уж, что-то я уже... Что-то я в эту игру точно не играл. Хотя я играл только очень уже, видите, долго. Ну, давайте поиграем в нее. Выберем, найдем какую-нибудь карту. А что на English-то? Я хочу на... Так, какой там... А, все, русский найден. Все, нашли. Шапка в масс. Так. Так. О, давай вот эту выберем. Ну, сейчас заединяемся. Не-не-не, одежку меняю. Одежка. Мне нужна одежка. Быстро. Так, ищем. Например. То. Подожди-ка. Не-не-не, подожди. Слушайте, вот такую одежку, блядь. О, офицер. Все, офицер будешь. Ладно, извините за мат. Так, нет, мне на голову что-то другое. Типа генеральской шапки хотя бы. Топ, она же есть тут, да? О, ушанка, точно. Выбрать ее. А кажется, что одежки берем зеленую. Берем на глаза в хмурую. Ну, все. Всем привет. Ну да, всем привет, чувак. О, здравствуйте. Здравствуйте, генерал. Стоп, 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 стоп. Что тебе генерал сказал? Воеводу! Ха-ха-ха-ха. Да, я новый ютубер. Да уж, какой я новый. А хотя я и новый. Чуваки, да куда вы все бежите-то? Че не идет? Че, все что ли уже? Кто вышел уже? Не понял. Не понял. Не понял. Я не понял. Кто это тут у меня ух. Стоп. Стоп, а куда и. Вы куда? О, фу. Какие-то новые. Наконец-то хотя бы. Ну давайте хотя бы еще один, и все. Все, мы вас больше не трогаем. На данный момент генерал тут шугают. Ха-ха. Не, я говорю, ну наконец-то. Давай быстрее. Чуваки, надо мне уже. Давайте, ребят, старт, старт. Да вы сюда не уходите, лучше не уходите. Опять, да кто погибает-то? Господи, ну что такое? Верните нам одного человека. Мы уже должны были уже зайти туда. Ох, наконец-то. Ну, оденьтесь хотя бы нормально, как я. О, какой смех-то у меня. Че, все? Тебе let's go. Так, время на так, убрать, так, инженер, так, так, так. 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 Все уже готовы? Ну, давайте. Да. О, так, кто уходит? Ну что это такое? Ну вот что это, а? Вот кто ушел из этого в это время? Сначала, через что? Раз, два, три, а нет, точнее, два, один. Вот, вот готов я. Ну и чё? А где иконка-то? Ничего не вижу. Сука. Опа. Опа. Член экипажа. Берегитесь, один предатель среди нас. Ваша роль — член экипажа. Так, пойду. Давайте, давайте начнем. Склад. О, давай-ка тут поработаем. Это нас. Я-то знаю, как это рограть. Так, восстановление. Опять нарушено. Я не понимаю, кто тут уже нарушает. Стоп, вот засрань, вот су.
Вот странно. Ух, страшно, что-то мне уже тут побудет. А, еще срочное собрание, срочное собрание. Так, идите. И что мы будем делать? Я не понимаю, что мы будем делать. опять кто-то покидает. Тут был. Вот на этого можно свалить, на него. Я уже точно дал, да. Давай, ты уже скорее, секунды. Ну, 95. Давай быстрее чуть-чуть. Чего? Серьезно, был убийцей? Так он тут стоял. Не был предателем. Ну конечно, да это ж не предатель. Берегитесь, еще один предатель. Пожалуйста, берегитесь. Я подозревал. Очень много подозревал. В этом. Своих друзей. Так, N2O. А, навигацию. Так, ладно, тут. Навигацию. Вот, навигацию я настроил. Так, сейчас надо идти. Первый еще пока проводку мы починили. Первые две мы уже починили. Стоп, хотя надо туда еще идти. Хотя надо War Thunder'ом гонять. Какой хороший звук. Стоп, вот это точно не есть. Ну-ка. Ну-ка, я быстро быстренько. Опять электрощитчики. Так, мусор. Где там выбрасывают-то? Не-не-не, во-во, нашел. Это сколько? А, вот, бизнес. Ну, давайте. Здесь в документальном фильме убитый человек на дне космического океана. Да, я знаю, кто это, я знаю. Вот этот застранец меня убил. Алло, да дай мне ответить-то. И что, на этих? А, ну да, точно, это ж не мое дело. Это же Blank или этот Винтивин, я уже не помню. Это реально, кто-то из этих двух, по-моему, убил меня, нахуй, угрохали. Все, извините, опять Мазамат. Азамат. Ладно, что-то я сегодня уже задерживаюсь. Ну давайте уже, вот сколько мы сейчас заданий. Ну давайте уже, не тяните вы. Так, можно я, пожалуйста, проголосую? Хотя бы я проголосую, не вы тут проголосуете, я знаю, кто это. Это был красный. Хотя и он может быть. Я уже. Точно. Ну точно же не он. Точно, он не предатель, я же. Я знаю, кто это. Можно я включу я? Стоп.
А, это красный засранец. Не, хотя за ним послежу я. Ну, и что там здесь? А, это ты красный, все-таки я прав был. Это был он, я знаю. Ответьте мне хотя бы, дадите мне слово. Свободу слов, пожалуйста, я ничего не говорил. Так что... Можно, пожалуйста, я знаю, кто это. Это красный. Чел, я знаю, кто это. Я этого и тыкаю, чё ты меня? Да, это он. Да вы что? Ребят, вы чё, ребзи? Совсем, что ли, уже? Я не понимаю. Давай уже ставь на этого красного. Мы знаем, что это красный. Красный виноват в этом деле. Всё, мы знаем, что это красный. Вот они в очках. В очках, точнее. Ну и чё, кого ждём? Вы чё, мой ответ даже не ждёте. Вам-то всё равно, что... Я знаю, кто это. Блин, дайте мне уже мне, пожалуйста. Так, кто у нас предатель-то? Ну, конечно же, этот, как сказать, в красный как-то было. Вот. Да чё вы этого тоже мёте? Я же знаю, что это... Красный был. Вы совсем что ли? Мы уже убили нашу. Эх! Прощай, эльф дабл. Дабл. Эльф дабл. Мне, к сожалению, преследовать придется этого. Кто преследовать. Так он же он, вы как, блядь, смотрите, вот как вы смотрите, я ж так знаю, что это, кто это на самом-то деле. Так он же и был, вы чё нам не даёте это сказать? Он предатель у нас, он предал нашу, не знал, космическую эру. Ну молодцы сегодня, ну молодцы, серьезно. О-хо-хо. Да, что-то я давно с этим развивался. И чё? Ладно. Как говорится, с вами был Нэштар. Если вам понравился данный ролик, то ставьте лайк. И да, если вам понравилась данная игра, то я в нее еще делаю ролики. С вами был, как говорится, еще раз Нэштар. Ставьте лайки. И делитесь видео с друзьями. Всем, и как говорится, всем пока-пока.